Подготовка спортивных учреждений и объектов к новому учебному году вышла на финишную прямую. Спортивные залы, бассейны, раздевалки и другие помещения. Комиссия тщательно проверяет инфраструктуру спортивных школ. Позади огромный фронт ремонтных работ. На данный момент во всей стране проверяют готовность спортивных объектов к новому сезону. В Новополоцке комиссии в ходе проверки выявлены небольшие недоработки. До 25 августа все замечания должны быть устранены. В целом учреждения спорта Новополоцка готовы к новому учебному году. Следует отметить, что все достойно подошли к именно подготовке каждого, наверное, спортивного зала, каждого бассейна к новому учебному году. Следует отметить, что в этом году глобальные какие-то мы работы не планировали, большие финансовые средства не выделялись. Текущий капитальный ремонт за счет внебюджетных средств самих учреждений. Но, тем не менее, конечно, глобальные работы, подготовка к отопительному сезону, приобретение тех же дезинфицирующих средств для бассейнов – это все было за счет бюджета. В Новополоцке активно развиваются 43 вида спорта. Из них по различным видам функционируют 19 отделений на базах спортивных школ. Хоккей с шайбой, волейбол, бокс, легкая атлетика, плавание. Эти виды спорта наиболее популярны среди новополочан. Несмотря на это, руководство города уделяет должное внимание развитию всех спортивных направлений. То, что наработано годами, то, что традиции соблюдаются, это дает нам возможность и дальше развивать такие виды спорта. Вот. Ну, в первую очередь, наверное, все-таки, наверное, приоритет отдается тем видам спорта, которые себя проявили и на международной арене. Вот. И наше Министерство спорта определило перечень этих видов, которым отдается приоритет. Вот. Но в эту когорту, в общем-то, и попали практически все те виды, которые в городе у нас культивируются. Набор воспитанников спортивной школы Новополоцка начнут уже в середине августа. Учебно-тренировочные группы будут формироваться до начала октября. Глеб Прокофьев, Артем Табаков, телеканал «Звезда».